привет, с вами интернет магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструментов для автомобиля компании Top Tool. 151 единица в комплекте, GCAI 151R. Это код товара по каталогу. Наборы Top Tool — это профессиональный инструмент высокого качества, имеет пожизненную гарантию. В основном покупается на автосервисе, предприятия и СТО, а также автолюбителями для ремонта собственного автомобиля и обслуживания в гараже. Набор поставляется в картонной упаковке. Такой вот полноценная коробка. Указывается преимущество набора, здесь на английском языке, с обратной стороны комплектация и где набор изготавливается. Это остров Тайвань. Материал изготовления инструмента — хром, ванадиевая сталь. В наборе 3 рабочих квадрата, это 1,2 дюйма, 3 восьмых и 1,4. Маленькая трещотка под 1,4 дюйма. Начнем с трещоток. Трещотки — здесь мелкий шаг, 72 зуба. Хотелось бы отметить высокое качество трещоток. То есть совершенно практически нет люфта, очень плотно прокручивается. 72 зуба, мелкий шаг. Трещотки разборные. Есть запасные ремкомплекты, к ним можно докупить отдельно со временем, если выйдет из строя. Ну, чтобы убить трещотку, это надо постараться, то есть целенаправленно брать и срывать гайки. Или... То есть трещотка для этого не предназначена, это для дозакручивания. Длина трещотки под 1,2 дюйма 260 мм, под 3 восьмых 205 мм и 1,4 150 мм. Рукоятки здесь пластиковые идут. Очень удобно в руке лежит. Весь инструмент в наборе имеет на металле маркировку и код по каталогу. В прошлых видео я показывал вам каталог Top Tool. Ну, также вы можете найти его в электронном виде в интернете. По этому номеру такую трещотку можете найти в каталоге Top Tool. То есть это обозначает то, что у вас инструмент не подделка, как некоторые очень много спрашивают, подделка или нет. На рукоятке надпись Top Tool, но здесь надпись не краской сделана, а буквы пластиковые монтированы, то есть прессованы в рукоятку. Трещотки имеют реверс и быстрый сброс головки. Отодели, нажали кнопку, быстро поменяли. Воротки. Два воротка в наборе под 1,2 дюйма 250 мм и 110 мм под 1,4. Воротка под 3 восьмых в наборе нет, то есть два воротка. Два воротка, три трещотки. Вороток 1,2 дюйма также служит как удлинитель, если снять переходник. Получаем удлинитель 250 мм. Переходник этот вы можете использовать для перехода с 3 восьмых. Трещотка в наборе есть, на 1,2, то есть одевать головки под 1,2 через переходник на 3 восьмых дюйма. Так, далее удлинитель еще один есть под 1,2, это 125 мм. Под 1,2 у нас два удлинителя, 250 и 125. Под 3 восьмых у нас один удлинитель 150 мм. Под 1,4 у нас два удлинителя 100 и 55 мм. Три кардана под 3 квадрата. 1,4, 1,2, 3 восьмых. Карданы в наборах Top Tool скреплены заклепками, то есть они не разборные, заклепки черного цвета, это хромолибденовая сталь. Идут усиленные. Видите, они не проваливаются, потому что дешевые карданы. Если вы прямое положение ставите, он обычно вот так вот падает. Здесь вот видите, очень плотно все сделано, все держится. Так, далее три свечные головки. Головки у нас 18. 16 мм и 21. Имеют внутри резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала во время откручивания. 16, 18 и 21. В
Теперь головки. В наборе шестигранный профиль. Шестигранные головки короткие и головки длинные. Начнем с коротких головок. Под 1/4 у нас 13 шестигранных головок. Самый маленький размер 4 мм. Самая большая головка под 1/4. Это у нас на 14 шестигранных. Далее идет профиль 3/8. 10 головок. Самая маленькая 10. Самая большая у нас на 19. Это под 3/8 дюйма. Этот ряд. И далее ряд идет под 1/2. Самая маленькая у нас 10 мм. Под 1/2 у нас головок 17 штук. Самая маленькая 10, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 214 грамм. Головки полностью гладкие, имеют защитное матовое покрытие. 32 мм надпись на металле, туп-тул и код по каталогу. BAEA-1632. Весь инструмент в новом наборе, в комплектах топ-тул идет. Небольшая заводская смазка нанесена на головки, на трещотки. То есть немножко оно идет в смазке, остается на пальце. Далее головки с профилем Torx. Общее количество 13 штук. Маленькая самая у нас E4. Самая большая E24. Головки длинные. 18 штук. Самая маленькая здесь идет на 4 мм, самая большая 22 мм. Здесь вот ряд идет под 1/2 дюйма. Под 1/2 у нас от 16, 17, 18, 19, 22. Ряд под 3/8 дюйма головки. И нижний ряд это 1/4 дюйма. Набор Г-образных ключей. 7 штук шестигранных. И два битодержателя. Битодержатели применяются с трещотками 3/8 и 1/2 дюйма. И набор бит, соответственно, есть. По 3/8, по 1/2 у нас 24 биты. Шестигранные, крестовые, торкс с отверстием, обычный торкс. Вставляете в переходник. Это под 1/2 или под 3/8. Все биты находятся в своих ячейках и есть надпись. Это бита Т70, напротив надпись на пластике Т70. То есть это удобно, сразу видно по размеру, какая вам нужна. Биты под 1/4 дюйма уже идут с адаптером. Общее количество их 30 штук. Они находятся в верхней крышке. Эти биты вы можете применять или с отверточной рукояткой, длина 150 мм, такая. Вставляете нужную биту, можете сюда подсоединить еще и вороток, то есть отверстие рукоятки. Данная отверточная рукоятка также может применяться с головками под 1/4, это если для труднодоступных мест, где-то подлезть нужно. Ну и также использовать удлинитель. То есть вариантов много в зависимости от работы. Так, под 1/4 биты у нас идут шлицевые, шестигранные, биты торкс и крестовые. Длина рукоятки 150 мм, я уже говорил, ручка здесь полностью идет пластиковая. На трещотках здесь есть небольшое на пластике напыление. Чувствуется, что есть немножко резина напыления. То есть ручка резина пластиковая, можно так сказать. Пластиковая, но сверху с небольшим напылением. Так, комплектация по набору все. Материал, я говорил, хром-ванадиевая сталь. Имеет защитное напыление матовое. Следов каких-то отлитья, сколов мы не увидели. Ну и было бы удивительно, если бы мы увидели это на наборах профессионального качества. В верхней крышке инструмент держится очень плотно и плотно защелкивается, даже с трудом, можно так сказать. Надпись Top Tool на пластике есть внутри.
самого кейса на двух крышках TOOL. Замки запирания на наборе. Два замка пластиковые, внутри имеют металлические штыри. То есть эти замки идут взаимозаменяемые, их можно со временем купить также отдельно. Так, теперь по кейсу. Кейс пластиковый, светло-зеленого цвета. Верхней крышки Top Tool надпись. Также надпись Top Tool идет на замках. И видите, здесь еще дополнительно есть вот такой вот значок. То есть модель набора 151 предмет. Tool Set. С обратной стороны на самом кейсе есть резиновые ножки. То есть со стола он у вас уже явно не слетит. Очень плотно держится и не скользит совершенно. Ширина кейса 48 сантиметров, длина с рукояткой 35, высота 9, вес набора 9,4 килограмма. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал и получайте хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо, до свидания.